С 1 августа в регионе вступает в силу закон о сухих воскресеньях. Он призван ограничить продажу алкоголя в последний выходной день недели. Так, купить спиртное отныне можно будет лишь до 17 часов. С такой законодательной инициативой выступили правоохранители еще в марте этого года. Поправки к соответствующему региональному закону приняты областными депутатами. Документ подписан губернатором. Помимо запрета продажи горячительных напитков, воскресным вечером с улиц города в регионе должны исчезнуть незаконно стоящие питейные заведения – в том числе и те, что располагаются на первых этажах жилых домов. Сейчас таковых остается 97. Именно к ним с 1 августа будет особое внимание. Они должны будут перепрофилироваться или вовсе прекратить свою работу. Напомню, работа по выявлению и устранению незаконных разливаек уже ведется. Тем же, кто проигнорирует нововведение, грозят штрафы. 3000 рублей для физических лиц, 7 для должностных и 70 для юридических. 1 числа мы их закроем. 4-го я вместе с председателем, руководителем законодательного собрания Виктором Федоровичем Сазоновым пойду по городу Самары. Мы пройдем значительное количество этих питейных заведений и посмотрим, как они существуют. А 1 числа у каждого этого питейного заведения поставлю по одному сотруднику полиции и не дам им работать.